уголовное дело в отношении должностных лиц Гомельской области, Следственный комитет принимает к производству. Я не зря оговорился, что мы только принимаем производство этого уголовного дела сегодня, вследствие чего давать какие-то комментарии будет еще весьма преждевременно. Уголовное дело возбуждено по статье 424 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Злоупотребление служебными полномочиями. Уголовное дело в отношении директора Витебской птицефабрики «Шарейка». Расследование закончено и передано прокурорам для решения вопроса о направлении его в суд. С точки зрения следствия, вина сенатора доказана.